Мы часто ездим на природу только вдвоем, но сегодня как будто все по-другому. В этот раз это особенный случай, в особенном месте. УВД из Сыкульской области информирует о необходимости соблюдения правил дорожного движения, общественного порядка и правил туристической этики. Вы сохраняете приятные воспоминания о самых важных моментах в вашей жизни.